В Ненецком округе стартовал чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia. Наш регион стал официальным участником этого движения только в октябре 2016 года. Поэтому состязания, организованные в соответствии со стандартами международной организации, пройдут в Нарьян-Маре впервые. В течение 4 дней 17 человек будут состязаться в двух компетенциях – поварское дело и дошкольное воспитание. Победители смогут представить округ на отборочных соревнованиях в Республике Якутия, а в случае победы – в финале национального чемпионата. Вот так, по-своему, с местным колоритом, в столице региона дан старт чемпионату молодых профессионалов WorldSkills Russia. На сцене все те, кому посчастливилось стать частью этого международного движения. Среди них 17 участников. Они уже стали лучшими. Они лучшие на курсе, лучшие в своей группе. Уже завтра для них начнутся дни состязаний. На базе Центра развития ребенка детского сада «Радуга» 6 будущих воспитателей будут бороться за звание лучшего в компетенции дошкольное образование. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме 11 ребят сразятся в кулинарном поединке в компетенции «Поварское дело». Среди них и Александр Найда, студент 3-го курса. За месяц до чемпионата нам присылают задание. Некоторые думают, что в задании указано конкретное что-то. Приготовьте брауни. Нет, такого нет. Там присылают задание с обязательным ингредиентом и название «Горячее блюдо». Обязательный ингредиент – курица. И тут уже начинает играть твоя фантазия вовсю. Тут ты начинаешь прям что-то думать, как бы ее подать, что-то сделать. И месяц уходит сначала на реализацию, как-то придумываешь, что-то ты делаешь, потом ты это все воплощаешь, мечту. Впрочем, подготовка уже осталась в прошлом. Завтра ребят ждет самое интересное – приготовить, вовремя и красиво подать, выдержать температуру блюда, а главное – сделать его вкусно. По всем возможным субъективным и объективным критериям международных стандартов участников будут оценивать эксперты. Беспристрастное жюри прошло не менее строгий отбор и подготовку, чем участники состязаний. Среди экспертов Владимир Абрамов – наставник ребят. Вместе с Владимиром молодые повара уже принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках движения WorldSkills Russia, но только в вне конкурса. Владимир Абрамов уверен, для ребят участие в подобных состязаниях – огромный стимул двигаться вперед. Это довольно-таки престижно для дальнейшего трудоустройства для них. Все-таки есть разница прийти с обычным дипломом, либо уже с сертификатом какого-то места призовое в этом чемпионате. С 2014 года мы вплотную начали заниматься вот именно этим движением. Я старался вывозить детей в другие регионы, чтобы показать, что, какой уровень в других регионах, какой уровень у нас. С 2014 года мы плотненько с ним, над этим работаем. Сейчас у нас довольно-таки хороший уровень. Я думаю, что победители этих соревнований у нас поедет в Якутию и покажет нам довольно-таки хороший результат. Отмечу, в каждой компетенции определятся по 3 призера. На отборочные соревнования в Якутию поедут только по одному победителю. А после Якутии, в случае победы, есть шанс попасть в финал национального чемпионата. Но не будем загадывать, состязания регионального чемпионата начнутся только завтра, 28 февраля. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, телеканал «Север».